Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Виктор, и вы находитесь на YouTube-канале Вектор Обзорщик. И сегодня будет обзор на новинку в мире микрофонов беспроводных, это Mahona Wireless Microphone System. Вот такая вот новинка, модель называется WM820, и, собственно, это и есть беспроводной микрофон. Мы имеем один передатчик, один приемник. Приемник подключаем к камере, либо к смартфону, а передатчик устанавливаем на себя вот таким вот образом, как я установил свою Rode Wireless Go, и записываем звук. В общем, это, как вы понимаете, просто аналог Rode Wireless Go, который стоит вменяемых денег, а именно $100. За $100, я думаю, это неплохой комплект, но давайте протестируем его, послушаем, какое качество звука на беспроводной микрофон Mahona, протестируем дальность работы, работу с перекрытиями, ну и также здесь в комплекте есть петличный микрофон, посмотрим, как он справляется со своей задачей. Коробка выглядит вот таким вот образом, есть логотип Mahona, ну и, собственно, изображение самого микрофона. С обратной стороны, как видим, есть полный комплект, что у нас находится внутри в этой коробке, также есть краткие технические характеристики. Как вы видите, у меня коробочка во время транспортировки пострадала, почта не справилась со своей задачей, хотя и посылка была очень хорошо запакована. Но, тем не менее, примяли мне коробочку. Извлекаем вот эту вот коробочку, открываем вот эту вот штуку, и, как мы можем видеть, здесь есть два вот таких вот устройства. Это один передатчик, один приемник. Вот такие вот небольшие приемники передатчик в черном цвете. Выглядят достаточно симпатично. Так, дальше по комплекту. Есть два кабеля с USB на USB Type-C, обычных кабеля для зарядки и передатчика, и приемника. Дальше идет две меховые ветрозащиты Dead Cat, чтобы не задувал ветер в микрофон. Дальше идет AUX-кабель с джек 3,5 мм TRS на джек 3,5 мм TRS, чтобы подключать к камере, здесь так и написано. Дальше кабель, чтобы подключать микрофон к телефону с джеком TRRS 4-пиновым. И дальше идет петличный микрофон. Кстати, петличка выглядит неплохо, мне такая петличка нравится. Выполнено все отлично, качество хорошее, на мой взгляд. Дальше идет инструкция пользователя на английском языке, ну и на китайском языке тоже есть. Вот, ну все в картинках, в принципе, все должно быть достаточно понятно, хотя и настраивать здесь нечего. Есть силикагель, чтобы ничего не стало влажным во время транспортировки, ну и есть также вот такой вот мешочек, чехол, такой же, как у Rode Wireless Go. Вот здесь вот написано, что связь держит переемники передатчик на расстоянии до 50 метров. Дальше есть Smart Connection, то есть приемники передатчик видят себя автоматически сразу после включения. И работает эта система на частоте 2,4 ГГц в Wi-Fi диапазоне. Здесь есть управление звуком, можно прибавлять либо убавлять громкость. Работает от батареи эта система до 6 часов. И в сам передатчик встроенный петличный микрофон. Теперь посмотрим немножечко ближе на сам приемник. Выглядит он вот таким вот образом. Есть логотип Mahona. Это не кнопка, это просто такая вот вставочка симпатичная. Качество исполнения отличное, ничего не люфтит, не хрустит. В общем, неплохое качество. Мне здесь все нравится. Есть два индикатора. Индикатор аккумулятора и индикатор подключения. Дальше есть разъем для наушников, мини-джек, есть выход, output, чтобы подключать передатчик к камерам, либо к телефонам. Дальше есть три кнопочки, есть кнопка включения, есть кнопка плюс и минус, чтобы регулировать громкость. Ну и также, если зажать кнопку плюс и минус одновременно, то попадаем в режим коннекта между этими устройствами. И есть USB Type-C для зарядки. Ну и прищепка. Кстати, прищепка вот здесь, как вы можете видеть, прорезинена. И сама прищепочка имеет такие 6 небольших выступов. В общем, держать, я думаю, будет она достаточно хорошо. Также можно параллельно использовать эту прищепку и устанавливать передатчик, ну, либо приемник на холодный, либо горячий башмак камеры, соответственно. Передатчик выглядит точно таким же образом, как приемник. Значит, снизу разъем USB Type-C
для зарядки. Три кнопочки есть, значит, кнопка включения, кнопка mute и кнопка коннекта с, ну, передатчика с приемником. Дальше есть разъем джек 3,5 мм для подключения петличного микрофона, который, собственно, идет в комплекте, и это тоже очень круто. Дальше есть небольшая сеточка под микрофон и есть вот такой вот зажим, ну, то есть два отверстия для того, чтобы сюда устанавливать вот такую вот ветрозащиту. Ветрозащита устанавливается, ну, в принципе, нормально, но не очень надежно. То есть ее, я думаю, будет легко потерять, эту ветрозащиту. То есть вот таким вот образом устанавливается, вот таким вот образом выглядит микрофончик с ветрозащитой. То, что оно есть, это очень круто, потому что если вы снимаете на улице, в условиях, где будет хоть какое-то дуновение ветра, то такая ветрозащита вам все же поможет и спасет ваш звук от задувания и от перегрузов. Встроенный микрофон, который идет в передатчике, имеет частотный диапазон от 80 Гц до 16 кГц. А вот петличный микрофон, который идет в комплекте, имеет частотный диапазон от 50 Гц до 18 кГц, что немножечко как бы лучше. Если сравнивать габариты Rode Wireless Go первого поколения и Maona WM820, то имеем вот такой вот результат. Ну, они плюс-минус похожи по габаритам. Итак, сейчас устанавливаю микрофон Maona WM820 на себя и послушаем, какое качество звука он выдает. Так, установил я микрофон Maona WM820 на себя, подключил приемник к камере, и вот такое вот качество звука записывает этот микрофон на встроенный петличный микрофон в сам передатчик. Собственно, слушайте качество звука, нравится оно либо нет, обязательно напишите в комментарии под видео. Этот фрагмент, естественно, без какой-либо обработки, как записывает это устройство, так я вам и демонстрирую. Есть шумы, либо нет, я еще не знаю, это все я буду слушать уже на монтаже, ну а вы это уже прямо сейчас все слышите. Пускай будет сейчас прямая видимость, и я буду отходить назад от камеры и считать, собственно, считалочку. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Ну вот примерно 10 метров расстояние от меня к камере. 10 метров, я думаю, без каких-либо проблем должен микрофон беспроводной ловить при прямой видимости. Отходим дальше. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 20 метров расстояние от меня к камере, ну 20 шагов. Плюс-минус 20 метров, я тоже думаю, что здесь есть. Тоже, я думаю, никаких проблем быть не должно, потому что заявляет производитель, что этот микрофон должен работать на расстоянии вплоть до 50 метров. Поэтому этот тест мы и проведем на расстоянии до 50 метров. Итак, отхожу дальше. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 30 метров расстояние от меня к камере. Отхожу дальше. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать. Вот примерно 50 метров сейчас расстояние от меня к камере. Ну, собственно, в этих условиях звук должен еще записываться по техническим характеристикам, которые предоставляет компания-производитель. То есть в таких вот условиях прямая видимость здесь есть, и я думаю, что звук должен записываться. Ну и давайте еще немножечко дальше протестируем, на скольки метрах у нас звук пропадет. Отхожу еще дальше. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Так, ну, примерно 70 метров расстояние от меня к камере. При таких условиях вообще, я думаю, никто не будет записывать, потому что меня уже даже в кадре практически не видно. Не знаю, был ли сейчас звук. В принципе, я зашел немножечко дальше, чем ловит этот микрофон. Но, в принципе, протестировал его по максимуму. Итак,
Сейчас подхожу к камере и произведем еще один тест, а именно тест, как работает микрофон с перекрытием. То есть я своим корпусом буду перекрывать прямую видимость между передатчиком и приемником и посмотрим, будет записываться звук, не будет, либо на скольки метрах звук прервется. Ну и уже будут проблемы с передачей звука. Итак, пришел в исходное положение. Сейчас расстояние от меня к камере примерно 1 метр. И теперь я разворачиваюсь и буду отходить и считать. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Итак, 10 метров расстояние от меня к камере. Ну, когда я поворачиваюсь, собственно, лицом к камере, то опять прямая видимость, таким образом звук должен быть. Но когда я отворачиваюсь, у нас есть препятствие, у нас есть теперь непрямая видимость, и, собственно, звука может и не быть. Поэтому именно смотрим, на скольки метрах у нас пропадает звук, когда у нас непрямая видимость. Разворачиваюсь обратно и опять считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 20 метров расстояние от меня к камере. Был ли звук, либо его нет, я еще не знаю. Это все протестируем. Итак, отхожу еще дальше. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Примерно 30 метров расстояние от меня к камере. Есть звук, либо нет. Ну, при прямой видимости, я думаю, что звук будет по-любому. А вот как работает этот микрофон с перекрытием, это мы сегодня, сейчас, в данный момент, как раз и выясняем. Отворачиваем и считаем. 40 метров расстояние от меня к камере. Если звук в таких условиях, либо нет. 2, 3, 4. Вот, 50 метров, я думаю, этого с головой будет достаточно для любого оператора. И последний тест, который я хочу произвести с этим микрофоном, это протестировать, как звучит петличка, которая идет в комплекте. Так, беру передатчик, подключаю сюда петличный микрофон. Раз, два, три, раз, два, три. Сюда звук не идет, а сюда идет. Все, петличка подключена, петличка установлена, а вот сам передатчик я устанавливаю вот сюда на джинсы себе, на карман джинс. Вот таким вот образом звучит петличный микрофон, который идет в комплекте с беспроводным микрофоном Maona WM820. Вот такое вот качество звука на этот петличный микрофон. Слушайте сами качество звука, есть шумы, либо нет, это я еще посмотрю все при монтаже, но сейчас, в принципе, могу сказать, что звук записывается, и вот такой микрофон беспроводной меня очень радует, потому что он на самом деле очень небольшой, качество исполнения на высшем уровне, то есть ничего не скрипит, не люфтит, то есть примерно качество сопоставимо с конкурентом Rode Wireless Go. Ну и так, давайте еще раз отойду на 10 метров. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Поворачиваюсь обратно. Был ли звук, либо нет? Скорее всего, был, потому что этот микрофон, ну, в принципе, при таком расстоянии должен работать хорошо. Но сейчас звук с петличного микрофона. В принципе, дальность мы и так проверили, но давайте теперь проверим, как работает петличный микрофон. Я просто говорю текст, чтобы вы послушали качество записи звука на этот петличный микрофон. Естественно, все ссылки, где можно будет приобрести этот микрофон, будут в описании под видео. Переходите и смотрите актуальную стоимость на момент просмотра вами этого видео. Итак, послушал я, как записывает микрофон Maona WM820, и, в принципе, скажу, что особых претензий к качеству записи звука у меня нет. Звук записывается очень на высоком уровне. Детализация, в принципе, неплохая. Шумов есть минимальное количество. То есть, в принципе, этот микрофон заслуживает внимания. Из недостатков, что могу отметить? Ветрозащита крепится на передатчик достаточно плохо. То есть, она держится не очень надежно. И, если что, ее очень легко потерять. Но в комплекте вы получаете сразу две ветрозащиты.
еще из недостатков. При ярком солнце, как сейчас, очень плохо видно вот эти вот LED-индикаторы. То есть не очень понятно, включена система в данный момент, либо нет. Вот как вы видите, в данный момент у нас индикаторы включены, но их достаточно плохо видно. В принципе, больше никаких нюансов у меня этот микрофон не вызвал. В принципе, можно рекомендовать его к покупке за свою стоимость. Это просто офигенный вариант. Вот такой вот тест беспроводного микрофона Maona WM820 был сегодня у меня на канале. Кому это видео понравилось, обязательно ставьте лайк, обязательно подписывайтесь на канал, кто еще не подписался, и также нажимайте на колокольчик, чтобы никогда не пропускать мои новые видео. А с вами, как всегда, был я, Виктор. Всем желаю удачи, всем пока-пока.